Пасмурным апрельским днем молодежка Мордовии выходит на очередную тренировку. В прошлом сезоне честь нашей республики в первенстве МФС Приволжья отстаивал Сергей Савочкин и его Саранск. Этих ребят сменила команда «Мордовия-2001», которая переквалифицировалась в «Мордовию-М» под руководством Василия Дмитриенко. А Сергей Савочкин стал руководителем команды. Пока задача молодежки – это набираться опыта и стараться проявить себя. Наполеоновские планы коллектив не рисует. Главная задача в МФС Приволжье и в Кубке – это дать возможность раскрыться молодым талантливым игрокам, проявить себя в мужской борьбе, проявить себя уже на новом этапе своей юношеской карьеры и тем самым добиться шанса попадания в главную команду Мордовии. Наши молодые ребята проводят мало официальных игр, поэтому участие в таком турнире – огромный шаг вперед. Первенство МФС Приволжья позволит коллективу набираться опыта среди взрослых состоявшихся команд. Этот дивизион нельзя назвать выдающимся, но сам факт, что это борьба за места и проведение встреч на официальном уровне, должны придать мотивации. Мы соблюдаем строго все принципы главной команды, требования главной команды и стараемся повторить тот стиль, которым играет главная команда, для того, чтобы молодые наши игроки, если вызовет и главный тренер Марат Федорович Мустафин главную команду, они уже достаточно были обученными. Следующий соперник наших ребят – прошлогодний чемпион первенства МФС Приволжья Лада Димитровград. После поражения в предыдущем туре они захотят отыграться. Борьба будет сложной. Хотя непростым будет каждый матч для нашей молодежки. Мы будем следить за развитием событий и болеть за нашу команду.